Каждое утро на путанных дорожках Битцевского парка, что раскинулся зеленым морем на южных окраинах Москвы, можно встретить этого подтянутого, крепко сложенного мужчину. Глядя на его уверенные приседания и жимы, хочется сменить неторопливый прогулочный шаг на заразительный бег трусцой. Размяться, подтянуться и пройтись такой же пружинистой моложавой походкой. Заинтересовавшись, начнете про себя гадать, кто, мол, сколько лет и чем занимается. Интуиция подскажет, что человек это творческой профессии, но уж слишком хороша спортивная форма. И как будто вы где-то его встречали, как будто есть что-то знакомое в его образе. Перед вами Александр Иваницкий. Легенда Олимпиады в Токио. Человек, который вернул стране международный престиж в тяжелом весе. Человек, с которым связана целая эпоха в отечественном спортивном туризме. Он журналист, писатель, отец, муж, дедушка, друг, азартный грибник и еще много масок и ролей, накопившихся за целую жизнь. Но главное, он человек, осознавший многим недоступную истину, что внутри каждой судьбы есть возможность иной судьбы. Каждый себе не равен, и каждый может овладеть искусством быть другим. Если поймет и прочувствует, ради чего. Я знаете, что больше всего люблю? Вот я люблю уличные кафе. И они же построены по определенному принципу. Там посетитель кафе сидит, всегда должен сидеть лицом к улице. И вот мимо тебя проходят люди, ты можешь пить чай, кофе, какой-то сок и наблюдать за людьми. Вот ты находишься в театре, в первом ряду, а перед тобой актеры, которые играют свои роли. Играю ли я роль вот так, как я сейчас утверждаю? Думаю, что нет. Я в каждом конкретном случае все равно, наверное, реальный человек, потому что реален со своим другом, реален на работе, но каждый раз это другое. А что, если, притворившись таким же сторонним наблюдателем, лениво потягивающим горячий кофе в летнем кафе, проследить за жизнью нашего героя? Александр Иваницкий родом с Украины. Небольшое село неподалеку от местечка Канево он до сих пор считает самым красивым местом на земле. Его отец, железнодорожный кондуктор, во время Белофинской кампании был направлен на строительство железной дороги в Ленинград. Вскоре вся семья переехала поближе к нему, в Шушары. Старая документальная хроника блокадного Ленинграда и есть самая живая картина детства Александра Иваницкого. После войны страдающему от малокровия, слабому, пережившему блокаду Саше, спорт казался недостижимой мечтой. Проблема же самоопределения была столь же мучительной, как и у всех в этом возрасте. Когда я видел в театре мастера спорта женщину с серебряным квадратным значком, я посмотрел на нее как на инопланетянку. Для меня это было недостижимо. То есть я даже не мечтал об так называемом большом спорте. Вот я был очень больной, тщедушный парнишка, играл, как все, свой дворовый футбол, хоккей, лапту, волейбол, казаки-разбойники. И казалось, для меня борьба, штанга, гири – это запретный вид спорта. Но вот внутри что-то такое заделывают. Я вот к этому зудежу прислушивался, очень глухое и непонятное что-то было. Я пробовал заниматься лыжами, у меня получалось. Я пробовал заниматься фехтованием, у меня получалось очень здорово. Я пробовал заниматься волейболом, и волейбол отдал года 2 или 3. Был абсолютный бездарь в волейболе, хотя, безусловно, любил этот вид спорта. А вот все равно меня тянуло в зал, туда, куда нельзя тянуло. И какой-то глухой голос подсказывал. Я переступил порог этого борцовского зала, и через 2 месяца я стал чемпионом города Ленинграда по юношам по самбо. В борцовский зал Александра привел случай. Кто-то из дворовых мальчишек принес интереснейшую новость. В секцию вольной борьбы набирают тяжеловесов. Вся компания в упор уставилась на рослого юношу. Тогда весы показали 95 килограммов. Это и определило дальнейшую судьбу Иваницкого. Там же Александр встретил своего тренера Сергея Андреевича Преображенского. Представьте себе голубоглазого Аполлона в морской офицерской форме с кортиком. И он был защитником Питера, он защищал Ленинград, а для нас, для блокадников, это было
очень много значило. Потом он был мастером спорта по гребле, по велоспорту, по лыжам. Он был разносторонний человек. У него жена была известная певица, она и сейчас есть, Маргарита Преображенская, дипломант конкурсов меццо-сопрано. У него была великолепная библиотека, он собирал, он увлекался собаками, голубями, фотографировал. И он нас в это все втягивал. Мы жили у него дома, он нас кормил, поил. Годами жили у него. И он нас делал чемпионами. Сергей Андреевич обожал всегда своих учеников. Вот, это были как бы родные дети. Вот. И они, соответственно, он сам был молодой тогда еще совсем. Вот. И в ЦСКА, когда увидели вот этот триумф этого молодого тренера, так сказать, и его команды, то тут же предложили ему переехать сюда, в Москву, жить. Вот. И мы в ближайшее же время переехали в Долгопрудный, в военном городке нам дали квартиру сначала. А Сергей Андреевич, поскольку он уже видел, что Иваницкий имеет великолепные данные, вот, он пошел к папе, к его семью, и поговорил о том, рассказал, что мальчик очень талантливый, мальчик имеет великолепные данные, что я хотел бы, чтобы он поехал со мной в Москву. Вот, я думаю, что он может достичь очень больших высот. Ну, папа подумал тоже, посовещался дома, и потом вызвал сына и сказал: «Сашенька, я считаю, что ты должен поехать в Москву к Сергею Андреевичу». И вот он приехал, но вы же понимаете, что квартиры нет, и он был с нами, стал жить у нас. В семье Сергея Андреевича, у которого было двое дочерей, Иваницкий прожил несколько лет как полноправный член семьи. Водил девочек в школу, входил в роль классной дамы. Несмотря на то, что разница в возрасте у тренера и ученика была 15 лет, сложно представить тандем более слаженный, духовно близкий и крепкий. Он был для меня вторым отцом практически во всех сферах жизни. Он оставлял меня, круг чтения от него пошел, круг интересов. То есть у меня, видимо, что-то было предрасположение, но он давал толчок этому. Вот у него был очень интересный подбор ребят. Ребята, которые пели, рисовали карикатуры, играли на многих инструментах. И ему говорили: ты отбираешь интеллигентных борцов, а он над этим смеялся. Просто он себе по духу подбирал команду. Эта команда была очень мощная, интересная. Нам всем было очень интересно вместе жить. И, конечно, нам прощал какие-то наши ошибки, но мы на него смотрели. Тогда слово «гуру» не знали. Просто, ну вот, этот человек, который для тебя ничего не жалел. Конечно, Сергей Андреевич мечтал сына иметь тоже, хоть он и дочерей очень любил своих. Поэтому Саша стал как бы его сыном таким, понимаете? Вот. И просто он всю душу в него вкладывал. Я же говорю, что ну как можно жить в семье, понимаете? У него двое своих детей, две дочери. И еще такие балбесы, как мы, крутились, объедали его. Понимаете, носили его вещи, потому что я приехал сюда, в Москву, у меня были кирзовые сапоги и переделанное драповое пальто с отца, фуражку капитанскую, дал мне Преображенский. Сергей Андреевич говорил, для того, чтобы стать таким замечательным атлетом, чтобы были прекрасные мышцы, надо хорошо кушать, надо хорошо питаться, правильно, конечно, не булки там и хлеб, а белки, витамины. Ну вот, так Саша мне на кухне помогал. И картошку сидел, чистил, и овощи чистил, и если нужно куда-то побежать, побежит. В общем, мы очень дружно жили, очень. Александр Иваницкий не был похож на типичных спортсменов ни в быту, ни на ковре, ни складом характера, ни тем более увлечениями. Он много читал, разбирался в живописи, интересовался музыкой и поэзией. Очки в толстой роговой оправе на переносице были последним аргументом в пользу того, что перед вами скорее студент филологического факультета или физик-технарь, но никак не перспективный борец. Александру удивительным образом удавалось существовать в параллельных, казалось бы, не соприкасающихся мирах. В мире большого спорта и мире творчества, искусства, совершенствования духа. Нельзя отрицать влияние, которое оказала на молодого парня семья Преображенских. Когда я был молодым, он очень увлекался и музыкой, и театром, и даже у меня немножко уроки брал вокала, с ним занимались, даже пел, иду как-то, прохожу мимо дома там, за городом, слышу в окне мощный мужской бас, раздается, это Саша пробует свои голосовые связки.
Впрочем, интеллектуальность Иваницкого даже больше, чем в жизни, проявлялась и на ковре. Александр, так же, как и его тезка-медведь, представлял собой новый тип тяжеловеса. Не громоздкий, тяжеловесный, а сухой, подтянутый, ловкий и невероятно техничный. Необычность стиля Иваницкого заключалась в том, что он, не обладая выдающимися для тяжеловеса физическими данными, не будучи выносливым, как медведь, или пластичным, как Зарби Беляшвили, снискал в мире репутацию непобедимого соперника. Никто не знал, что можно ожидать от него. Ведь возможно было подготовиться к борцу более сильному или мощному, но нельзя было предугадать хоть мысли Александра. Его поединки скорее напоминали хорошо разыгранные шахматные партии. Обладающий великолепной для борцов его категории бросковостью, разнообразием технических приемов и творческой изобретательностью, Александр сам предпочитал предугадывать. В отличие от своего спарринг-партнера Александра Медведя, любившего измотать соперника до полусмерти, а потом тушировать, Иваницкий боролся превентивно, стараясь не допускать критических ситуаций. Он пресекал опасность на полумысли, на полудвижении. Вот тогда говорят, интеллектуальная борьба. У меня была интеллектуальная борьба, я немножечко сердился, потому что, ну, какое-то странное слово. Ты борешься, и вдруг вот ты интеллектуально борешься, а ты не интеллектуально борешься. Однажды на тренировке я боролся с Александром Юркевичем. Он классик, а я вольник. А я очень любил приходить к классикам, потому что это как бы школа борьбы вообще. И мы с ним боремся, он в среднем весе, парень крепкий, чемпион мира. И как бы для меня это не совсем привычная борьба, и я и по весу тяжелее его, и по титулу, мне не очень хочется ему проигрывать, а он такой парень настырный. В общем, короче говоря, тренируемся или не тренируемся, соревнования. Потом заканчивается эта тренировка, как она закончилась, тренировка и борцовский поединок. Он говорит: «Саш, а ты все знаешь, что я хочу делать?» Я впервые задумывался, как же я сам борюсь на самом деле. Знаете, когда вот сороконожку спросили, какой она ногой движется, она задумалась и остановилась, потому что она не знала, какая же нога идет вперед у него. И я тогда начал анализировать, а как же я на самом деле борюсь. И я понял, что он прав. Вот для меня очень важно тактильный контакт с человеком. Мне важно до вас дотронуться рукою. Я как бы все, ведь любое ваше, вот вы что-то задумали, это уже начинает проходить через мышцу, и мышца начинает двигаться у вас. И, видимо, вот это вот какой-то вот, я считывал ту информацию, которая была доступна вот через вот эту мышечную, тактильную. Я мог действительно закрыть глаза, мне очень важно было, вот я иногда потом даже играл в это дело. Первое боевое крещение Александр Иваницкий получил на чемпионате мира. Тогда никто не обратил должного внимания на новичка. К тому времени международный престиж советских вольников был сильно подорван, а авторитет немецких, турецких и иранских борцов был непререкаем. По воле жеребия на первом же круге Иваницкому выпало бороться не с кем-нибудь, а с 27-летним чемпионом мира и Олимпийских игр, знаменитым турецким тяжеловесом Хамидом Капланом. На 47-й секунде поединка, избалованного вниманием и победами профессионала и дебютанта, выигрывает Иваницкий. Крепкий, сухой, мощный, нахальный. И я знал, что он выбивает соперника из седла тем, что он сразу выходит так сверху за шею, тебя хватает, сгибает. А к этому времени я придумал свой прием, в котором очень важно, чтобы меня захватили за шею. И вот я выхожу с ним на ковер, да, а там еще была другая задумка. После этого я встречаюсь с Хамидом Капланом, а он потом встречается с болгарином. Ну, болгарин турецкого происхождения, что очень важно, да. Нет, Ахмедовым. И если я выигрываю у Каплана чисто, но выигрываю на пятой, на шестой минуте, то они могут договориться, и кто-то под кого-то ляжет на третьей минуте. И я тогда оказываюсь вторым, а не первым. Поэтому мне было очень важно быстро положить Каплана. И вот мы выходим с Капланом на ковер, он сразу же хватает меня за шею, и это то, что мне нужно. Но пока мы двигались, мы оказались на краю ковра, и он бы, бросок был бы за ковром, и он был бы мне незащитен. Я делаю вид, что я страшно испуган, и вырываюсь, и убегаю за ковер. Свисток арбитра наставит центр, и Хамид Каплан, понимая, что вот этот он скушает вообще за секунду, раз я, он удрал от меня, он снова на меня сверху набрасывается, берет меня за голову, сгинает. И прошло 40 секунд, он уже лежит на лопатках. Впереди у Александра Иваницкого было самое главное испытание в жизни – Олимпийские игры в Токио. Но до них в расписании судьбы значилась еще одна важная встреча.
Ну, ехал в метро и увидел девчонку с коньками на шее. И я ее увидел в стекле, не так вот мне в глаза посмотрел, я увидел ее отражение в стекле. Я ехал до Сокола, она тоже ехала до Сокола. Мы вышли на одной остановке, я жил в одной песчаной гостинице. Эта гостиница ИСКА была. Сел троллейбус для того, чтобы проехать две или три остановки. И как-то вот проехал эту остановку, поехал дальше. И я пошел за этой девушкой, дошел до ее подъезда, мы подошли к лифту. И я что-то так смущение вытащил из кармана мелочь, начал ее подбрасывать на ладони. И она обратила внимание, она поняла, что, в общем-то, или я в этом доме живу, или как-то вот случайно мы совпали. И нужна была так фраза, которая бы ее не отпугнула. Я сказал, что вы меня завезли сюда, вы меня должны отсюда и вывезти. У этого молодого человека была настолько обманчивая внешность. У него был такой солидный пирожок, раньше носили такие главные убор. И громадный портфель кожаный, в котором уж я никак не могла предположить, что там спортивная форма. То есть это был интеллектуал. Большой, в очках, солидный. Форма. А что там в этом чемодане и вроде в этом портфеле лежит спортивная форма, мне не могло прийти в голову. И поэтому было полное доверие, конечно. И когда она выходила за меня замуж, за спортсмена, а это не только старая московская семья, это семья инженеров. И, как правило, учитель, инженер, ученые, работники, они все сбежали смотреть на Таню, которая рискнула выйти за спортсмена, за пана спортсмена. И была такая давка во дворце бракосочетания, потому что все пришли посмотреть на этот ужас. Когда вы посещали какие-то идеи чисто спортивные, то на этот момент в доме я становилась его спарринг-партнером. Он подходил и говорил: «О, я подумал, я должен это отработать. Стой так!» Даже так, даже до этого. Это было у нас. И как это было? Замечательно. Перед Олимпиадой в Токио ажиотаж нагнетался невероятный. Благодаря идее главного тренера сборной Сергея Преображенского, двум супертяжеловесам Александрам Иваницкому и Медведю нашли полезное применение, разведя их в разные весовые категории. Первому, выигравшему чемпионат мира, остаться в тяжах, а второму худеть до габаритов полутяжеловеса. Хотя за несколько дней до выступления Иваницкий был травмирован, он рассек бровь о коленку Медведя, никто в сборной не сомневался, что ему удастся справиться с главным сюрпризом американской команды, необъятным Ларри Кристофом, вес которого зашкаливал за 110 килограммов. И вот финал. На ковре Александр Иваницкий, Советский Союз, и Ахмедов, Болгария, он сейчас справа. Иваницкий без поражений провел все предыдущие встречи. Для завоевания высшего титула Иваницкому достаточно было закончить схватку в ничью. Так и кончилась эта встреча. Чемпионом Олимпиады стал Александр Иваницкий. Но в этот момент мысли Александра были далеко от стороны восходящего солнца. Я знаю, что жена моя готовится родить. Естественно, я выступаю в Токио, я все время звоню, интересуюсь, как, что, дела. И мой брат, он ленинградец, передает в Токио мне, что жена в роддоме. Ну, день, жена в роддоме. Второй день, у меня никаких известий нет. Я начинаю колотиться, значит, дозваниваюсь. Дозвониться было очень сложно тогда. Через какие-то там пятые, десятые, я не знаю, там колено, добираемся до брата. Брат присылает телеграмму. Все в порядке. Что в порядке? Родила. В порядке родила. В порядке, как бы родила неудачно, с ней все в порядке. Мне выходить на ковер, меня всего трясет. То есть у меня состояние было идиотское. А когда я выиграл, и в этот момент я получил телеграмму, что родилась дочь, которую мы назвали Катя. Кто бы мог подумать, что олимпийская медаль принесет новоиспеченному чемпиону, который находился в расцвете своих борцовских возможностей, на пике славы, не столько счастья и удовлетворения, сколько станет поводом для мучительных терзаний. А что я стою без спорта? Что я представляю собой как личность вне борьбы? Вот у меня есть 4 золотые медали. Будет еще одна, пятая. Что прибавится во мне лично?
Вот я Александр Иваницкий, пятикратный чемпион мира, шестикратный. Что от этого во мне? Ничего не прибавится. Еще одна золотая медаль. И поэтому было уже время, когда нужно было заниматься какими-то другими делами, я считал, более серьезными. Просто поэтому я ушел. Мне надоело выигрывать медали. Ведь когда я заканчивал, передо мной будут две дороги. Значит, уйти, я уже писал тогда в журналистику, или стать тренером. И я подумал, что тренер – это 30 учеников. А журналист – это миллион читателей. В советском спорте, если ты пишешь заметку о борьбе, ее читает миллион человек как минимум. Значит, у меня как бы больше возможность передать то, что я знаю о борьбе, допустим, не 30, а миллион. Поэтому я ушел в журналистику. Пожалуй, это был уникальный случай в истории Олимпиад, когда из мира высоких достижений уходил спортсмен, жертва вполне реальным настоящим ради весьма туманного будущего. Меняя одну мечту, уже воплощенную, на другую, еще не ставшую реальностью. Впрочем, изначально страсть к бумаге и перу родилась из вполне меркантильных земных потребностей. Я вас сейчас очень расстрою. Мне хотелось не писать, не хотелось есть. Стипендий не хватало, а у меня была семья. И поэтому я писал первую свою заметку для того, чтобы заработать какой-то гонорар. И я заработал гонорар 30 рублей. И мы вместе с тренером, жены в это время не было, этот гонорар проели, как сейчас помню, гостиница «Будапешт». И я никогда в жизни ни до, ни после так не ел, потому что организм был молодой, я мог съесть действительно теленка. Вскоре журналистский труд стал приносить настоящее удовольствие. Александр даже почувствовал внутреннюю потребность и готовность писать книги. Он долго ждал, ставший уже привычно подсказки свыше, что и это есть его призвание, его предназначение в жизни, что литературный дар тоже санкционирован провидением. И хотя Иваницкий написал 4 замечательные книги, «Решающий поединок», «Сила ростка», «Удаль молодецкая», он всякий раз сомневался в правомерности своего нового увлечения, проверял свой талант. Я очень упорный человек, и я подумал, ну ладно, я вот сяду за книжку, вот есть истрепанный образ Луны. Вот если я придумаю то, что до меня никто не придумал, ни поэты, ни писатели, а Луна уже была облизана всеми поэтами великими и невеликими со всех боков, со всех сторон. И я любил Крым, любил Гурзуф, и вот как раз однажды в Гурзуфе я зашла полная Луна, а знаете, когда она всходит, она сначала такая вот, как диетическое яйцо, такое ярко-оранжевое, а потом вдруг она со временем побелела, и от нее дорожка по морю побежала. И вдруг я видел, что это же бескозырка с гвардейскими ленточками. И так родилась та книга, которая мне нравится. Она нравится тем, что в ней есть несколько абзацев, несколько глав, которые говорят, что я, если бы захотел продолжать этот путь, из меня мог бы получиться неплохой писатель. Останься Александр Иваницкий только олимпийским чемпионом, уйди из спорта и проживи остаток дней тихо, скромно, для себя. И в этом случае его имя уже навсегда было вписано в олимпийскую историю. Но судьба предложила ему прожить еще одну жизнь, не менее яркую и насыщенную, чем в спорте. Предложила попробовать стать немного другим, примерить себе неизвестное доселе. После работы в ЦК ВЛКСМ, которую Александр Иваницкий воспринимал опять-таки как ступень к будущей профессии, его пригласили возглавить главную редакцию спортивных программ Гостелерадио. Телевидение было терра инкогнито, чем-то, что еще предстояло исследовать. В его подчинении работал творческий коллектив более 100 человек. Евгений Майоров и Владимир Маслаченко, Сергей Чискидов и Владимир Перетурин, Алексей Бурков и Анна Дмитриева. Вот легенды спорта и спортивного телевидения, комментаторы, которых принял в редакцию Александр Иваницкий. Он последовательно отстаивал свою концепцию. При прочих равных предпочтение должно отдаваться чемпионам. Я всегда старался подбирать талантливых людей, когда с талантливыми людьми работаешь, в общем, никакого сопротивления нет, и как бы мы заряжаем друг друга идеями, это все здорово, это интересно, и от этого не устаешь. Я чувствовал сопротивление с другой стороны, я пришел из другого мира, я пришел из большого спорта. Я пришел на телевидение штангу ведет Спар, Ян Спар, известный популярный комментатор. Все его знают, все его знают. Вот Спар говорит по телевидению или Саркисянц. А мне это про штангу рассказывал Юрий Власов. Шахматами занимается на телевидении Дымарский, Нома Дымарский. А мне это про шахматы рассказывал Таль. Гимнастикой занимается там
какой-то Пупкин, а я-то гимнастику от Шахрина знаю, понимаете? И вот этот жуткий перепад для меня был. И вот тут я вступал в конфликт со своими с некоторыми своих комментаторов. И до сих пор при меня ходят псевдолегенды, что Иваницкий приглашал олимпийских чемпионов, Иваницкий там только чемпионов делал комментаторами. Нет, ничего подобного. Я для себя решил, вот есть два человека. Оба одинаково пишут хорошо. Оба знают французский, английский, и французский, английский тот знают. Оба телегеничны, но один олимпийский чемпион, а второй не олимпийский чемпион. Я брал олимпийского чемпиона в кадр на комментаторскую работу, потому что у него было социальное право говорить. Но, безусловно, своей самой большой работой, своей второй олимпийской победой Александр Иваницкий считает Олимпиаду 80 в Москве. Та Олимпиада, что существует параллельно живому действию на стадионе, та Олимпиада, что раскрошена на мелкие кусочки голубых экранов телевизоров, у которых сидят миллионы зрителей, эта Олимпиада была сделана стараниями спортивной редакции «Гостей радио» по последним мировым стандартам. Сегодня же, взвешивая все плюсы и минусы работы четвертой власти, Александр Владимирович, похоже, делит поровну. Хорошее и плохое. Упоительной для меня было то, что я занимался любимой работой. А она может быть любая. Комбайнер может так же убиваться своим трудом, как и я, телевизионщик, своей работой. Единственное, что телевидение – это наркотик жуткий. И я горжусь тем, что я этого наркотика избежал, потому что я работал в кадре. А человек, работающий в кадре – это гиблый человек. Все, он посажен на иглу. Один, два, три раза появился в кадре, потом тебе всю жизнь хочется быть в кадре. Тебя узнают на улице, с тобой здоровается. Ты никто, а тебя знает вся страна. Ну как бы ты никто, а тебя знает вся страна. И поэтому я в таком качестве побывал, а потом ушел в организаторскую работу, отказался от этого. И очень горд, что я сумел от этого дела отказаться. А вот второе, понимаете, предательство. Опять же, это не свойство телевидения. В телевидении чаще встречаешься с предательством, потому что журналистика — вторая древнейшая профессия. Это как бы здесь вот немножечко сгусток людей с такого рода характером появляется. И с предательством чаще всего я встретился на телевидении. Но это жизнь. Я никогда не забуду эти письма коллективные, которые писали ветераны. Спортивная редакция, в партком, гостелерадио, обвиняя Иваницкого во всех смертных грехах. И вообще они портили с ним отношения довольно часто. И из разряда таких вот лучших друзей они переходили, в общем, в разряд злейших врагов. Я думаю, что в этом во многом была, если не вина, то беда Александра Владимировича, который, наверное, открыто очень доверялся этим людям и пытался им помочь. Но в какой-то момент он утрачивал контроль над ними и не в состоянии был уже, в общем, регулировать вот их поведение. Хотя я знаю, что он пытался, в общем, каждому из этих людей, будь то там Маслаченко, Перетурин, Майоров, я не знаю, Еремина, Сурков, Ческидов, Дмитриева, тот же Бурков, он всем пытался, в общем, сделать хорошо. До последнего времени Александр Владимирович возглавлял спортивную редакцию российского телевидения. Осенью же 99 года он был уволен. Жизнь свободного художника ему немного претит. По натуре, признается Иваницкий, он трудоголик. Несправедливое увольнение Александр Владимирович решил цивилизованно обжаловать в суде. И свой трудовой спор выиграл. Правда, решение так и осталось неисполненным. Так же, как прежде, Иваницкого беспокоит то, что спорта на отечественном телевидении становится все меньше. Сегодня Иваницкому за 60. У него большая семья, жена Татьяна, двое детей, которые оба выбрали журналистскую стезию, 5 равнуков. Я только сейчас понимаю, как я много потерял, не видя, как вырастали мои дети. Вот сейчас появились внуки, и как бы отдаю все внукам. Я очень люблю своих внуков. И только став взрослым, я понимаю, что я терял очень много, что я не рос вместе с ними. Они не росли вместе со мною. И, наверное, они это чувствуют. Наверное, я им не додал чего-то. Большой, сильный мужчина. Чемпион мира в детстве воспринимался как самый сильный человек на земле. То есть я выходил во двор и в ту же песочницу и знал, что у меня папка чемпион, и я могу там в нос дать там, с большей уверенностью, чем кто-то. То есть вот такое давление есть, и
Это и хорошо, может быть, и плохо, потому что хочется как бы внутренне ребенку пойти по стопам отца. Александр Иваницкий по-прежнему не боится быть каждый раз немного другим. Меняться, думать иначе, чем вчера, учиться новому. Общаясь с ним, понимаешь, что этот человек мог, если бы захотел, быть кем угодно. Изобретателем, актером, политиком, тренером, писателем, музыкантом или искусствоведом. Но он предпочитает экспериментировать, находясь внутри одной судьбы. Его любимая роль? Мы сами им собой.